Перед вами портативное зарядное устройство Хока J111. Емкость 10 тысяч миллиампер. Разъемы 2 USB, Type-C разъем и микро. Для того, чтобы заряжать саму портативку, мы используем разъемы Type-C и разъем микро. По параметрам входным они будут идентичны при 5 вольтах 2 ампера максимум. Чтобы зарядить гаджеты от этого портативного зарядного, мы будем использовать разъемы USB. Разъемы USB 1 и USB 2 абсолютно идентичны по параметрам выходным и будут выдавать при 5 вольтах максимум 2 ампера. То есть данная портативная зарядная не поддерживает быстрый заряд. Корпус этого портативного выполнен из прочного матового пластика. Пластик с одной стороны еще и структурированный, что делает его менее уязвимым к царапинам. Так, кнопочка включения-выключения находится на боковой панели. И есть светодиодная индикация, которая отображает емкость портативного зарядного. Также в комплекте имеется шнурочек микро-USB.